пятницу и выходные госавтоинспекция усиливает контроль на дорогах по пресечению грубых нарушений правил дорожного движения не только водителями, но также пешеходами и велосипедистами, особенно в темное время суток. Повышенное внимание уделено своевременному выявлению нетрезвых участников дорожного движения, а также отстранению от управления водителей без прав. Наиболее аварийные районы будут усилены экипажами спецподразделения дорожно-патрульной службы «Стрела». Обращаем внимание пешеходов и велосипедистов на необходимость неукоснительного соблюдения правил безопасного поведения. Важно помнить, что на мокрой дороге тормозной путь любого транспортного средства увеличивается. В условиях сокращения светового дня и неблагоприятных погодных условий жизненно необходимо использовать световозвращающие элементы и одежду повышенной видимости. Водителям стоит быть предельно осторожными в темное время суток, также при проезде лесных массивов, так как на дорогу могут выходить дикие животные. При выборе безопасной скорости важно учитывать дорожные и погодные условия, видимость направлений движения, состояние транспортного средства. Необходимо постоянно следить за обстановкой, не отвлекаться, избегать резких перестроений и предвидеть возможные опасности при совершении маневров. Будьте внимательны и уважительны на дорогах. Берегите себя и окружающих.